Всем, дорогие зрители, с вами Дэн Белорусский. Я нахожусь сейчас в Гомеле. Сейчас 8 утра. И сейчас я выхожу в эфир в новом 2021 году. Всех поздравляю с наступающими праздниками и прошедшими новогодними праздниками. Сейчас я стартую в очередную погранзону по маршруту Гомель-Кравцовка. Это украинская граница. И вот сейчас на этом дизеле я поеду, новеньком дизеле я поеду. Красивый Тирюха. Сейчас все увидите.
наш остановочный пункт. Так, это пока зона. Тут я снимать не особо горю желанием. Иначе там давно на платформе по концы стоят. Будет полный трындец, если мне будут говорить, что запрещено снимать. Это пока зона, к сожалению. Поэтому пока снимаю все из окна детей. Из окна детей можно снимать. Тут секретного ничего нету. Поэтому менее чем через 20 минут поеду обратно. И сел в другую часть дизеля. Хотя такой же дизель. Все одно и то же. Thank you.
дорогие зрители, всем пока. Подписывайтесь, ставьте лайки. Я уже буду уходить, на этом видео заканчивается.